нас сегодня еще была одна встреча. Опять приходила к нам Аня Лошак, которая становится, в общем-то, нашим таким арт-куратором, так как очень много планируется искусства вообще на канале, разного совершенно, и нам нужно такое кураторство очень профессиональное, и мы пригласили Аню, и она с радостью тоже как-то так взялась за все, и вот сейчас уже ведет там несколько направлений. Так вот, она нас познакомила с Ольгой Шишко. Вот в рамках Московского кинофестиваля проходит медиафорум, и Ольга Шишко руководитель этого медиафорума и отвечает прям за подбор и выбор видеоарта. И у нее невероятная коллекция, у нее невероятный опыт и знания. Мне очень нравится название «Дождь», потому что это вот есть ощущение чего-то быстротечного и очень такого видеоартистского у нас. Такое вот культурное пространство телеканала, оно все здесь. Нет, на самом деле здесь же можно делать и такие одноканальные, полиэкранные видеоинсталляции, которые однодневные, их же снимать. Угу. Тут прям все как в боксе, все устроено. Ольга Шишко. Искусствовед, куратор, организатор международных фестивалей и выставок современного искусства, руководитель центра Media Art Lab, директор медиафорума, официальной программы Московского кинофестиваля. И мы, конечно, решили так по-честному, очень, ну так, по-хорошему поиспользовать ее знания, возможности и так далее. И вот, во всяком случае, на следующей неделе она обещала сделать такой нам мастер-класс, показать, на ее взгляд, интересный видеоарт, который мог бы подойти именно для телевизионного эфира, потому что, конечно, не каждое произведение подходит под телевизионную картинку по разным там причинам. Вот у нас будет первый, это такой бесплатный ликбез, уже приятно. А во-вторых, действительно, все-таки, может быть, мы уже, наконец, глазами увидим тот материал, который мы планируем показывать в эфире, и убедимся, что мы правильно думаем, потому что может оказаться, что это вообще никому и правда не нужно. И для видеоарта нужно специально какое-то смотрение. Идея интегрировать видеоарт в эфир «Дождя» появилась у нас в числе первых, года полтора назад. Долгое время она существовала только как внутренняя потребность и невыраженное желание. Тогда все знакомые нам кураторы современного искусства отговаривали нас от нее. Аргумент был один. Многие телеканалы пытались это делать, ни у кого не получилось. Мы решили все же попробовать. Мало ли что у кого не получилось. У нас свой путь. Дождь. Смотрите в базовом пакете НТВ+.